Вот говорят, что, ну, знаете, как мог убить Ленин, например. Но я тоже был в иллюзии, что Ленину надо учиться ораторскому искусству. Я даже прослушал его речь. Она записана очень плохо, плохо звучат, но был способ так записи. Он повторялся. Она тоже говорила. И у него очень плохая была дикция. Он говорил глухо, у него был глухой, неполетный голос. Но вот письменно мы знаем некоторые его речи, то есть воспоминания уже записанные. Он выступает с балкона в Москве уже и объясняет, что такое экспроприация экспроприатора. Ну, написано, что это грабь ограблена. Вот видите там автомобиль, говорит он. Он ваш, берите его. Это что, риторический прием, ораторский? Да нет, конечно. Когда у тебя в руках власть и силовые инструменты, силового принуждения, тебе не нужно. Тебе не нужно кого-либо убеждать. А Сталин никого не убеждал. Он приказывал. Говорил, учите.